Смайлдок укусил Настю, вы это видите? Я отрезаю голову Смайлдоку. Я реально ему отрезал голову, он просто мертвый, ты видишь это? Что творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же переподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь при дреме Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебе очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Самую сильную банду на Ютубе. И также сегодня снова меня снимает Настя. Привет! И Суприм Банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что сегодня наконец-то сделал куклу на Смайлдока. Просто посмотрите, это реально копия Смайлдока. Уже ранее банда, я призвал Смайлдока в свой дом. И вы не поверите, что он сделал, он просто на меня напал. И чуть ли не отгрыз мою ногу. У меня все еще шрам на ноге. Это было очень ужасно. И в том видео я пообещал, что отомщу Смайлдогу за то, что он сделал. Именно поэтому я сделал куклу на Смайлдока. Теперь же осталось только ее привязать. Только представьте, сколько людей он убил. Это реально очень ужасный монстр. Я очень надеюсь, что с помощью этой куклы Вуду я уничтожу его. Просто посмотрите, какая кукла Вуду. Мы сделали специальную такую четырехлапую, как будто она идет. А также нос и уши, это просто жесть. Даже добавили хвост. Это реально очень сильно похоже на собаку. Я очень надеюсь, что мы сможем сегодня привязать Смайлдога к этой кукле Вуду и уничтожить его навсегда. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда, банда, я сниму маску с Пеннивайза. До того самого клоуна оно. Именно поэтому, банда, не допускайся, не жми свой царский лайк. И, бро, также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь у нас выходят очень крутые фотографии, которые я уверен, что тебе 100% понравится. И на пятом банде все ссылки в описании. А мы тем временем ждем 3 часа ночи, чтобы призвать Смайлдога. Погнали! Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, потому что на часах уже 3 часа ночи, то самое адское время. Именно в это время мы должны смотреть на фотографию Смайлдога. И по идее, после того, как я посмотрю на фотографию Смайлдога, сам Смайлдог должен появиться в моем доме. То же самое мы делали в прошлый раз. И я очень надеюсь, что сегодня я смогу как-то заполучить волос Смайлдога или же кров, чтобы привязать эту куклу Вуду к нему. Тем не менее, бро, давайте уже смотреть фотографию Смайлдога. Окей, Банда, я нашел фотографию Смайлдога. Это та самая фотография, которая была сделана еще давным-давно. Кстати, с помощью этой же фотографии мы уже призывали Смайлдога. Тем не менее, теперь я просто должен смотреть на этого монстра. Просто посмотрите, какой же он жуткий, черт. Там даже есть та самая красная рука. И просто посмотрите на его улыбку, это жесть. Она реально очень страшная. У него как будто зубы все полностью в крови, это жесть, банда. А его глаза, они такие говорят, что хотят меня убить. Господи, посмотрите, ты видишь, что Настя? Что происходит? Здесь просто появилась сама надпись. Что? Улыбайся, Бог любит тебя, что это значит? Это просто жесть, банда, эта надпись появилась сама. Я даже не могу хотеть как выключить банду, это просто жесть. О, господи, что происходит? Раньше такого не было. Раньше просто приходила смс-ка и все. Это ужасно, банда, я очень напуган. Я никогда раньше такого не видел, это жесть, как страшно. Ты видишь это, Настя? Господи, мне звонит Смайлдог, это просто жесть. Это реально его номер. Банда, это просто жесть, он сам мне только что набрал. Окей, давайте возьмем трубку. Черт. Эй, господи, что это? Смайлдог, посмотрите, это не похоже на собаку, что было раньше. Неужели это уже Смайлдог превратился в того монстра? Просто посмотрите на это. Это такая жесть, банда. Эй, Смайлдог, ты меня слышишь? Просто посмотрите, какой же это монстр, а его зубы, это жесть. Это реальный Смайлдог. Тот самый Смайлдог, который превращается в 3 часа ночи в ненормального. Эй, Смайлдог, ты меня слышишь? Ты можешь говорить? О, господи, Настя, что произошло? Он только отключился, сразу же пропал свет. Сереж, мне страшно. Мне тоже очень страшно, нужно включить свет. Господи, неужели это сделал Смайлдог? Почему-то во время звонка Смайлдогу перестал работать читок, и по всей квартире просто пропало электричество. Ты слышала это? Да. Господи, там кто-то шкребется. Неужели это Смайлдог? Черт. Эй, господи, я никого не вижу, там Настя, это просто жесть. Эй, Смайлдог. Смайлдог, о, черт. Бежим, бежим, Настя, черт. О, господи, это просто жесть, это был реальный Смайлдог. Я сейчас такой в шоке. Мы реально его призвали. Это был тот же самый Смайлдог, что на видеозвонке вы сами это видели. Я очень напуган и надеюсь, он не войдет в квартиру. Тем не менее, бро, теперь же нам осталось только заполучить волос Смайлдога, чтобы привязать эту куклу Вуду к нему. Я очень надеюсь, что все получится. Как мы знаем, банда, все собаки линяют. И Смайлдог этому не исключение. Я уверен на 100%, что пока Смайлдог был около моей двери, там как минимум хотя бы один волос должен у него остаться. Именно поэтому мы подождем немного времени, пока Смайлдог уйдет от моей двери. После чего я выйду, заберу его один волос и засуну в эту куклу Вуду. И после этого, банда, все, ритуал готов. Теперь можем использовать эту куклу Вуду на Смайлдога и наконец-то его уничтожить. Осталось же только подождать, пока он уйдет оттуда. Окей, банда, прошло уже где-то 10 минут. Я думаю, что Смайлдог уже ушел. Только нужно быть максимально тихими. Черт, просто жизнь просто не верится. Окей, я не вижу Смайлдога там. Черт, я не слышу.
Миша тоже. Окей, я очень надеюсь, что он уже ушел. Окей, Панда, посмотрите. Это что-то очень похоже на волос. Неужели это реальный волос Майлдога? Черт! Господи, Панда, у нас получилось. Вот волос Майлдога, вы это видите, какой он длинный. Это волос белой хаски. Мне просто это не верится, Панда. Просто посмотрите, какой он огромный. Окей, вот кукловоду. Теперь же этот волос мы должны засунуть в эту кукловоду. Окей, Панда, вот так вот выглядит волос Майлдога. Просто посмотрите, какой он сухой, как будто из ада. Тем не менее, про вот кукловоду на Майлдога. Этот волос я хочу засунуть сюда, прямо в ногу с Майлдогу. Я очень надеюсь, что мы все делаем правильно. И сегодня мы, возможно, уничтожим этого демона. И готова, Банда, просто посмотрите. Этот волос кукле в воду. Теперь же, по идее, кукла воду привязана к Смайлдогу. Я думаю, что можем проверить эту куклу воду. Давайте теперь попробуем проколоть одну из конечностей Смайлдогу. К примеру, правую ногу. Для этого мы воспользуемся иголкой. Окей, Банда, вот иголка. Просто посмотрите. Самая настоящая иголка. Давайте же теперь проверим куклу воду. Я очень надеюсь, что у нас получилось ее привязать. Прокалываем правую лапу Смайлдога. Черт. Господи, ты слышала это, Настя? Да. Черт, неужели Смайлдог в нашем доме? Скорее идем посмотрим, что там. Я только проколол куклу воду и все, Банда. Он сразу же соскочил, посмотрите. Господи, это просто жесть. Неужели это кровь Смайлдога? Черт, посмотрите на это. Мы прокололи Смайлдогу правую лапу. А здесь отпечатки правой лапы, вы это видите? Это реальный Смайлдог. Получается, он вошел в наш дом, Настя. Господи, получается, он был здесь. Я проколол лапу и сразу же у него пошла кровь. И посмотрите, следы ведут в эту спальню. Это жесть. Господи, вы видите это? Здесь кровь и здесь тоже. Получается, Смайлдог в этой комнате. Это просто жесть, Настя, я не верю в это. Мне тоже очень страшно. Получается, Банда, что у нас получилось привязать куклу-воду к Смайлдогу. Потому что как бы если то, что здесь появилась, это кровь. Это настоящая кровь Смайлдога, черт. Это его отпечаток лапы, Банда, это жесть. Их здесь целых три. Получается, мы его реально ранили. Окей, Банда, тем не менее, мне кажется, что Смайлдог в этой комнате. Да, если держи эту куклу-воду, если что, сразу же сдавливай ее, чтобы Смайлдог почувствовал боль. Получается, Смайлдог в этой комнате, судя по кровавым следам. Окей, теперь нужно туда войти, посмотреть, ли он реально там. Я очень волнуюсь, Банда, мне очень страшно. Тем не менее, давайте откроем дверь. Здесь нету Смайлдога, Настя, куда он делся? О, господи, Настя, посмотри, Смайлдог, скорее пиши! Скорее, Настя, черт! Это был реальный Смайлдог, Банда! Мне тоже очень страшно, Настя. О, господи, Банда, это просто жесть. Это настоящий Смайлдог, посмотрите. Уйди отсюда, собака. Господи, еле держу эту дверь, это просто жесть. Это реально он, черт. Я пытаюсь его сдерживать, Настя. Сделай что-нибудь, черт. Я не знаю, что. Возьми проколи куклу вот иголкой. Скорее, Настя, я уже не могу его сдерживать. Он сейчас войдет сюда, это просто жесть. Это очень сильная собака, господи. Прокалывай скорее эту куклу вот, черт. Господи, о черт, Настя, это помогло, он ушел. Ты все-таки это сделала, черт. Черт, Настя, у тебя получилось. Ты реально проколола куклу Вуд, это жесть. Он ушел отсюда. Теперь же мы должны что-то сделать этой кукле Вуд. Мы должны уже его уничтожить. Я очень рад, что у нас все идет по плану. Теперь же мы должны уйти в третью комнату. Потому что Смайлдог знает, что мы в этой комнате. И он может любой момент прийти сюда и уничтожить нас. Он может просто запросто нас убить. Вы сами это видели, Банда. Окей, Настя, давай пойдем уже скорее. Я очень волнуюсь, черт, надеюсь, он ушел отсюда. О, господи. Эй, Смайлдог? Господи, окей, идем, Настя, скорее. Черт, о господи, посмотрите на это. Здесь кровавый след Смайлдога. Это он и шел туда. О господи, он прям туда заворачивает, Настя. Это просто жесть, ты это видишь? Да. Какая же это жесть, черт. Это реально его кровь, Банда, просто посмотрите. О, черт. Ты слышишь, что Настя, он там? Черт, черт, Настя, скорее бежим в третью комнату! Ой, о, господи, ой. Настя, черт! Что случилось? Я подвернула ногу, черт! О, господи, черт, Настя, он уже идет, скорее идем! Ой, давай, вставай! Господи, как я пойду без тебя, скорее, Настя, он может на тебя напасть! Черт, идем, давай, быстрее! Черт, Настя, скорее! Я не, я не могу, Настя, тебя не прошу, Настя, сейчас придет сюда! Не боли, Сереж, я не встану! О, господи, ладно, черт, он уже идет! Господи, черт, это просто жесть, Банда, я не знаю, что делать. Господи, смотри, Банда, это очень жестко, смотри, вы меня. Господи. Ничего бы не мог сделать. Черт, погодите, вот же кукловуду. О, господи, окей, нужно что-то сделать с кукловуду, чтобы Смайлдог ушел. Господи, на тебе, тупая псина. Он затих, Банда, это просто жесть. Неужели он ушел, черт? Господи, Банда, я очень переживаю. Окей, возьми эту штуку на всякий случай. Черт. Жесть! Черт! Эй, ну
Настя. О, господи, черт, супрем-банда. Смайлдог укусил Настю, вы это видите? О, господи, она без сознания, черт. Это просто жесть, нужно эти коты перемотать ее ногу. Черт, я очень надеюсь, что Настя хотя бы останется жива, черт. Просто посмотрите, все в кровище, это жесть. Эй, Настя, ты как? Черт, пожалуйста, только я тебя прошу. О, господи, я уже совсем бледная, банда, нет. Черт, неужели она умерла, эй, Настя? О, господи, это просто жесть, банда, Настя, пожалуйста, очнись. Черт, банда, это просто жесть. Это все случилось из-за меня. Смайлдог укусил Настю, неужели ее просто убил? Это жесть. У Насти там реально огромная рана. Эй, Настя, пожалуйста, черт. Я не должен был этого делать. А, Настя, ты жива? О, господи, черт, ты реально жива, Настя, это просто жесть. Как ты себя чувствуешь, Настя? Болит, очень болит. А, черт, я верю, это, Настя, это просто жесть. Господи, там тебя реально укусил Смайлдог, как и меня в прошлый раз. О, господи, Настя, нужно скорее идти, а то может вернуться. О, давай идти, помоги мне встать. Да, конечно, давай, Настя, вставай. Черт, это просто жесть, банда. Окей, давай идем в третью комнату, Настя, скорее. Давай идем в третью комнату. Мне нужно взять еще куклу Вуду. Господи, это просто жесть, банда. Настя все-таки осталась жива. Это очень хорошо, черт. Эй, Настя, давай быстрее заходи, это жесть. Окей, Смайлдога нету. Господи, как ты себя чувствуешь, Настя? Очень болит. Я верю, Настя, у тебя там много крови, черт. Господи, Настя, я рад, что ты хотя бы осталась жива. Потому что от такого укуса никто не выживал раньше. Это просто жесть, у тебя там реально много крови вышло. Нужно будет утром тебя отвезти в больницу. Господи, банда, это просто жесть. Я рад, что Настя осталась жива. Тем не менее, про вы сами видели, я бы ничего не сделал. Если бы я остался с Настей, он бы убил нас обоих. Он обоих бы нас просто загрыз. Теперь же нужно что-то сделать с этой куклой Вуду. Сережа, а? Давай отрежем ей голову. О, господи, в смысле, это очень жестко. Все-таки это живая собака. Он меня чуть не убил. Да, я с тобой согласен. Тогда давай ему отрежем голову. Господи, Настя, я не могу так просто ему отрезать голову. Это все-таки живое существо. Господи, черт. Давай режь, Сережа, что он нас сейчас убьет. Господи, хорошо, ты ее взяла. Это просто жесть, черт, панда. Я отрезаю голову свою ногу. Черт, я очень волнуюсь, господи, давай же. Господи, черт, это просто жесть, панда. Окей, я уже почти отрезал, Настя. Господи. Черт, готово. Все, я отрезал кукле Вуду голову. Получается, Смайлдог мертвый. У него тоже в жизни должна быть отрезана голова. Господи, он затих так же. Ты слышишь, Настя, он перестал. Окей, панда, думаю, что нужно пойти посмотреть, что он там. Черт, это просто жесть. Давай, Настя, ты готова? Да. Кажется, мы убили Смайлдога. Господи, панда, я очень переживаю. Черт. Господи, Настя, я реально ему отрезал голову. Он просто мертвый. Ты видишь это? Да, я вижу. Это такая жесть. Это реальный Смайлдог, и он просто мертвый, панда. Черт, Настя, давай просто уйдем отсюда. Да, пошли. Господи, банда, это просто жесть, вы сами это видели. Я реально отрезал голову Смайлдогу. Он реально умер, это такая жесть, банда. Я просто в это все не верю. Теперь же Смайлдог, банда, 100% мертв, вы сами это видели. Я реально уничтожил Смайлдога, этой куклы Вуду. Я просто ему отрезал голову, просто жесть. Я все же в это все не могу поверить. Тем не менее, про вот комменты с прошлым видео. Просто вглянись, какие шикарные комментарии. И про, если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже. Нарисовала колокольчик и все про то же новое видео. Лайкалка, комментуй новое видео, бандит. Так что будет два выпуска, если же пиши за комментарий. И бро, также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь у нас выходят очень интересные фотографии, которые я уверен, что тебе 100% понравится. Эй, бро, помни одно, оставайся тебе шикарным, пока!